Пердолес какой-то. Раз, два, три. Сегодня посмотри. Экспериментальная передача видео на расстоянии. В данном случае передаю всем привет. Вот. И так далее. И все это будет проистекать завтра. Прямо здесь. Ну, если я только в истерику не впаду. Сегодняшняя наша программа посвящена сухпаю в экстремальной ситуации. Сам с собой поговорил, никто ничего не написал. Ну и типа замечательно. А на самом деле в сегодняшнем эфире мы будем заниматься с вами выпиливанием лобзиком на титане. И из этого листа мы сегодня будем делать что? Что же касательно, например, других предметов, которые окружают, в данном случае, меня и давят на вашу психику, то, соответственно, считаю правильным показать и рассказать вот про этот предмет. Вроде бы казалось, три не связанных между собой девайс. На самом деле, это универсальная закладка за спину, вялый корень женьшеня. Его мы можем замочить прямо во рту, не разжевывая. Если, так сказать, получится проглотить вот такой вот кусок, опять же таки, не разжевывая, это от нервов, то, значит, ситуация накалена до какого-то предела. Можно подойти, немного набрать угля, сажи и нанести себе ночной боевой камуфляж. Тогда этот процесс будет более увлекательным, поглощение еды, плюс экономия. Всего лишь за 15 минут 2 столовые ложки еды успели ухватить, а дальше снова бежать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, балалайка. Раз, балалайка. Ну, раз, два, три. Вот она, какая оказывается.